пока на голове сидит попугай, а из сумки он достал котенка. У всех такие хмурые лица и бороды наклеенные. Забавно. Пойдем. Серьезный дядька. Расскажи нам, что это за место. Это Королевский дворец, самый большой в Сеуле, в Корее. Да. Время династии Чосон, тут жили короли. Тут, наверное, надо билетик покупать. Написано tickets. Давай туда свернем. Ух ты, смотри, в костюмчиках национальных. Table setting rules. Это правила сервировки стола. Вот этот целый опус. Если посмотреть вот туда, это все составлено из еды. Овощи всякие, вкусняшки с цветами в виде узора. Это русский роман. В Сеуле сейчас
Сеуле сейчас идет предвыборная кампания. Этот символ ничего не напоминает. Желтоленточники готовятся, видимо, к желтой революции. Вообще в Сеуле красиво. Можно я просто улыбнусь? Может, да. Так вот, через эту чудесную ракушку... Нет, не через эту. С этого места начинается ручей, который носит... Я не могу сказать, как он называется. Потому... Чонгичхон. Да, это сложно выговорить, не будучи корейцем или хотя бы чуточку азиатом. Вот Хаку Тян чуточку азиат, ей проще. А у меня какая-то чихуахуа получается. Мне вообще туго с корейскими названиями, я ни одного имени не могу запомнить. Хаку Тян у нас тренировалась дома на просмотрах дорамок всяческих. Вон какая горень там. Ух, пейзажи прекрасные. Канал. У нас тут семейная трапеза. В корейском ресторане. Блин, не ешь. Не ешь мою еду, у тебя своя есть. Правда, ты ее уже съела. Супер Джуниор. Этого мужика я вообще не знаю. Прикольно. Гюнсок. Гюнсок. Тут еще записочки. Да. Вам китайские бабушки и дедушки. Мы нашли памятник Пушкину. Чувак убежал. Дамочки фоткаются, селфики делаются. Сеульский Пушкин.